цикла – это разговор коня с казаком. Тебе в торбе навесил золотистого овса. Что не ешь его проворно, а мотая головой, вкусно пахнущие зерна рассыпаешь пред собой. Или меня ты, друг, не слышишь, и заветный сахарок не берешь, а только дышишь на протянутый кусок. Не кусаешь шутку руку, не балуешься со мной, и почуял час разлуки мой, товарищ дорогой, товарищ дорогой мой. Хозяин, я не болен, рад служить я казаку, но рассеять ты не волен ваш одиную тоску. Для меня давно не забываешь, подъезжая по боку, одного меня бросаешь, кинув повод на луку. Долго жду тебя на вьюге у заснеженных берез. Сколько раз мои подпруги отпустить ты позабыла, а потом, хвативши водки и вихляясь на бока, ты меня к чужой молоке станица на тобой.